О, Симпко Коми. Окей, какой хороший. Первый. Ага. Так, ну. В первый раз. Привет, Нюк. Нет, Привет. Второй, кстати. Я Павел, и я ролил уже этого Тарталию. Привет, 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 привет. Ну давай, запускай. Наконец-то я попасть смог и на стрим, и на баннер, который я прям хотел, и которого персонажа прям я желал. Сейчас я, подожди, включу экран. Да, давай, давай. Выпало две клавиатуры, да? Поздравляю. И да, сейчас найду тебя. Так, как тебе... А, вот, все, вижу. Там... В стримерском, да, сидишь? Да. Так я тебя перетащил. Все, понял, вижу. Все, просто жми там. Да, хорошо. Да, кстати, вот перед грудками давно хотел уже сегодня пожелать... С днем рождения хотел поздравить, точнее, Онли. Хочу ей пожелать главное. Хочу ей пожелать главное здоровье, чтобы всегда деньги были. Как без этого. Ну, здоровья, раз деньги не купишь, так здоровья больше желаю. Ну, раз уж подписался, тогда. И чтобы всегда 50-50 выигрывать, тоже можно пожелать. О, это так приятненько. Ну, в смысле, да. Мне-то, конечно, чё бы там, но ну, вообще, да. в целом, ну, это очень. Да, мило. Да. Я вообще всем ребятам из Дискорда передаю привет. С вами очень приятно общаться. Как Сонли, в принципе. Прям очень добрые и все позитивные. Спасибо. И самое главное... Так, я, во-первых, у меня с нуля 50 на 50 сейчас будет. Так. Самое главное. И получается, у меня до нутных кристаллов там 8300 выйдет, так что у меня 180 круток прям ровно. Ну, 180 на, можно сказать. Ну, то есть нормально как раз должно. Если даже будет хардпить, так что я хочу, как хотел. Ага, давай. Так, сейчас, погоди секунду. Спасибо Гису за подписочку, добро пожаловать к нам. А, ну а скипать 10? Только скипай, да. Ну ладно, не страшно. Да, не страшно, в следующий раз скипишь. Так, а вот как раз филетов, самое интересное, мне нужна Розария очень сильно. И Бейдоу тоже, кстати, ну все, Бейдоу нужна, значит хорошо. Да, отлично. Значит, я не помню, сколько там 20 звездий у нее осталось, точно я помню. А у Розарии 4 еще. А Синсю C6 давным-давно, потому что каждый баннер Синсю, который я кручу чуть много. Ну потому что там хорошие баннеры у Синсю, мы же это обсуждали, типа они прям... Там же Ганью и Хутава, ну то есть... Да, согласен. Еола. Ну и у меня никогда ранее леги еще не было вообще. Так что я... О, Розария. Все, грац. Бейдоу, Розария. Нормально. Хорошо идет. А Бейдоу уже C6, по-моему. Ну все тогда вообще. Ну давай, какой мест ранее выпадешь. Видимо, нет. Видимо, нет. Ну, Синсю. Ну все, плюс звездный блеск, нормальная тема. Да, да. 30, это 40-я будет. Тоже фиолетовая. Ой, все. О, Розария. Все, Розарии 2 выпало или 3? Так, вторая, по-моему. Да, значит, еще две нужно. Так, 50-я крутка. Ага, снова ничего. Ну, классика, Сабония. Классика. Оружеечки. Так, вот, сейчас 60-70, да, будет? По-моему, да, но я сейчас сгибаю со счет. Где-то здесь, нет. Нет. А, подожди, успел. Вот, еще плюс Розария. Так, одна Розария и одна Кокоми. Вот, если на следующий выпадет Розария Кокоми, это вообще будет супер. Ну, давай. Нет. Да что, смотри, где? Какой жадный баннер. Ну, следующая точно какой? Ну, следующая точно. Надеюсь, какой, конечно. Вот, да, тут 70, уже 80 тут сейчас. Спасибо, Спаркласс, за подписочку. Да, спасибо. Здесь обычно ну, лего. Ну, все, это, да, это уже лего должно быть, да. Ну, молиться надо, чтобы какой-нибудь была. Давай. Пожалуйста. О, все, разарится 6, так. Найс. Осталось Кокоми. Кокоми, пожалуйста, молю. Молю, Кокоми, выпади. Да, о, все, да. Прям супер. Вот это я супер рад, прям. Это поздравляю, поздравляю. Так, ну, жесть, это насколько... Это C6, это Бейдоу C6, это C6 Розарий и все, и Кокоми, которая мне была нужна. Все, что хотел, прекрасно же. Да. Можно, конечно, Рожейка покрутить ради контента. Как хочешь, если хочешь крутить, только не забудь там, просто, да. Да, меня прям это оружие, прям вот я сегодня наслушался и про Кокоми, и про это оружие, но про оружие больше я слышал плохого. Ну, оно правда странное, даже для меня. То есть, если в копье Райден я был уверен, то в этом случае странное. Ну, знаешь, тут... Оно странное. Я оружейный не кручу, почему? Потому что одна пушка мне вообще не нравится, а вторую хочется, но я понимаю, что если мне которая выпадет, мне очень не нравится, мне она нафиг нужна будет. А здесь драгоценный опыт. Это у меня у КЦ стоит черный меч, и если бы я заменил черный меч на драгоценный опыт, мне было бы намного лучше и приятнее. Ну, понимаю, да, понимаю. Как бы тут баннер... Как бы я симп Кокоми полный, вообще, мне больше всех нравится в этой игре, и вообще без вариантов. И как бы Сигана зашибись будет, и как бы этот меч будет зашибись. Ну... Это сколько круток? Вот это, если без доната считать. Погоди, сколько у тебя сейчас? 6800? Или чё? Да.
Хотя можно же вот так сделать. Слушайте, сейчас. Можно же вот так сделать. Это 42. 42 плюс 6. Короче, шансы есть, но 48. Маленькие, 48. Да? Ну, такие очень маленькие. Да. Очень... Как бы очень, да. Маленькие. Можно крутить, можно не крутить. Но я оружейно не крутил, а для контента покручу. Ну, давай, ну что теперь. Вдруг сейчас повезет, раз ты оружейно не крутил, да. Выпадет ранее. Мне оружейно не нравится, вот что мне вот это, да. Мало ли, и повезет на этого. Да, мне вот из этого нужно, в принципе, драконье копье и этот, как его, бесструнный, да. Все, вот два оружия, которые бесструнные. Ну ладно, поехали. Какой выбил, все, я уже хотел на нее и донатную тратить. Так что можно, о, бесструнный как раз. А у меня не C6? Удивительно, кстати. О, видишь, близок к C6. Так, 30, поехали. Что-то жадничает барах-то прям. Ну, знаешь, прям жадничает. На фиолетовый я не думаю, что можно ебаптика, но давай попозже. Я сейчас не могу отвлечься. На фиолетовый он, кстати, не жадничает. Но... У некоторых нормально идет. Подожди. Ну да, подожди. Стой, погоди. У тебя как раз две крутки можно, и будет десятка. Да, о, все. О, найс. Ну не выпадет, не выпадет, ладно, хорошо. Ну не выпадет, и хрен с ним, да. Да. Ну давай. Ну, гарант. Зато близко там, авось, теперь и потом там будет как-то близко, и будет норм. Как бы да, можно. Нет, все-таки не думаю. Все, я хотел Кагоми, C6 Розарию, прям, я супер рад, все. Прям супер рад, сейчас посмотрю даже. Хотел Кагоми, хорошо. Да. Подожди, а где Байдоу? Байдоу сначала, вот Байдоу. Созвездие. А, нет, а или C6. Отлично. Так, и Розария должна быть C6. Отлично, вот Розария C6, прям супер. Да, C6 четверки хороши, прям бывает. Прям так, очень. И самое главное, где она? Джей, Чиньюнь сколько? А Чиньюнь только C4. Ну ничего, еще она выпадает. Что-то я, видимо, слепой. Или мне она не выпала, и мне уже почудилось. Все, отлично. Все, так, ну все. Поздравляю. Спасибо. Пожалуйста. Вот как обычно, да? На стриме, мне кажется, все-таки поудачнее баннеры крутить. Ну хорошо. Еще раз попрощаюсь с всеми ребятами из Дискорда, из чата. Вы прям супер позитивные, супер крутые. Спасибо всем. Прям очень приятно с вами сидеть всегда. И с тобой, Нюк. Вот, спасибо. Не знаю, стримы, которые реально приятно смотреть, это твои, и, не знаю, рекламировать, но Хесса, я вот тоже смотрю. Вот два стримера, которые я реально смотрю постоянно. Спасибо. Ты стримишь, в более раннее время, так что так удобнее даже. Спасибо. Да. Если все, прощаюсь со всеми, давай, спасибо. Счастливо. Давай. Всем приятного вечера, отличных круток, все выиграть 50/50, до свидания. Давай, пока. Так, окей, так, ну Хакс. У нас это... Так... Снова Анисим Василий. Тоже Василий. И уже не в первый раз с нами. О, здорово. Да, привет. Привет. Еще раз уже, в который. Да, уже этот. Да, здравствуй. Привет, Нюк, привет, чат. Хакс, да, конечно. Ну, давай. А, сейчас, подожди. Да, так, что там у тебя? Надо же подрубить еще. Так, где там наши? Ух, вот она. Должно уже появиться сейчас. Ну, 36 тысяч. Достойно, как у меня почти. Я думаю, короче, знаешь, надо это, скоро буду мериться со зрителями, вот звездным блеском. Вот у тебя там 357, блин, а у меня 200. Так. Типа у тех, кто часто приходит на крутки. Ну. В общем, у меня 50 на 50. Видно. Да? Только у меня там, получается, было уже 3 Райден, 2 Еими и 2 Аяки. Понятно. Ну, нормально. Так что, скорее всего, тут уже пора не ивентовому персу показаться. Пора. Да, Хакс, я просто говорю, скоро будешь. Как всегда. В смысле, зачем застёгивать рубашечку? Ну, так, ну Синсю. Из четверок-то что-нибудь надо? Или нет? Да, так. Розария нужна. Розария нужна. Блин, мне тоже была нужна. Но спасибо Алкастриму, я ее наролил. Да. Так, значит, богато баннер жадничает. Так-то. Да, что-то вообще как-то идет. Прям.
О, Грац, плюс Фазария. Нормально. Нет, я буду ролить после всех. Гроза драконов. Да. Наш любимый оружейный роу. Да, все до конца. Да, походу до конца, да. Ну, вот она. Посмотрим, повезет, не повезет. Должно. О! Ого, не сразу. Грац. Грац. Уже восьмая получается. Блин, то есть восьмая 50/50, жесть, угу. Ну ты крут. Вообще, ну ты меня догнал, у меня 8 тоже, да. Я неправильно там посчитал, то есть не 9 у меня, а 8 подряд 50/50 выигранных в рекорде. Блин, вот вместо Синсю бы вот Розари нападала. Было бы неплохо. Че, хочешь дальше до C1 или че? Или оружку? Ну, наружку. Посмотрим. Давай. Я хоть и вот это выбрал, но тут уже... Даже не знаю. Ну, понятно, да. Тем оружейным. Оружейный что-то тоже какой-то мерзкий. С Райден как-то больше всем везло. Ну, пока не, пока с какой-то тоже везет. Но... ну, что-то прямо... Что такое? Где? Ну, привет, Наэль. Но у меня в последнее время только с персами вот больше везет. Блин, ну персы это же хорошо, ты же понимаешь, больше блеска. Угу. Ну, я имею в виду, что ранее там созвездия были там. А, ну да-да-да. Так, ну... Что же это будет? Давай, с оружкой прям. Сейчас главное, чтобы хотя бы стая, которая из баннера. Ну да-да, он вот тоже был приятен. Оп, о, ну... вот он. В принципе, тоже неплохо. Тоже неплохо, да. Я бы тоже был рад. Главное, что не сось. А мне главное, чтобы не атлас. Ну, в общем-то, сось тоже не нужна. Потому что у меня этого атласа уже что-то какой-то перебор. Так, ну что, вот добьется? Ну, тут уже блеск пойдет, скорее всего. Если сейчас не выпадет. Ну, походу, да. Грустно. Да, что-то, слушай, прям оба баннера какие-то на софт-пите прям они летят. Жесть. Ну, хотя бы Какуми. Ну, Какуми, да, хорошо, что мне повезло, да, да. Эх, же эти грустные оружейные баннеры с миллионом оружки. Ну, давай, что такое? О, Саю. Неплохо. А, в созвездии нормально. C3. C3? Ну, найс, найс. Ну, давай. Как раз сейчас мы на последний идеально. Да, вот сейчас вот. Да, на последний идеально. Ну ладно, не раз с R2 омутом. Да. Нормально. Не самый плохой меч, как бы. Ну да, не самое большое расстройство. Это не то, что небесная вось, конечно. Не, ну все, сейчас-то, конечно, точно, да, но, похоже, придется это. Придется это. Да, привет, привет там всем, ребята. Все вопросы отвечу после Дискорда, хорошо? Потому что сложно. Нет, тут я не вас надежда сейчас, тут как бы... Заначечка еще там была. Да, только не помогла, все на софтпите тебя скамит баннер. Зараза. Так. Что-то я не заметил. Сколько ты там открутил? 20, по-моему, я да? Где-то... Нет, 30-ку, по-моему. 30-ку. Ну, 30 можно еще. Хотя, наверное... Не, ну ладно, да, давай. Наверное, за 30 должен упасть, камон. Так, нет. Нет. Да ты запарил, ну лети. Что такое это вообще? Ужас. Ну, нет. Походу, еще 10-ку надо вкидывать. Ну давай, и десяточку-то. Можно. Сейчас-то точно должен быть. Последняя, наверное. Ну, по идее, да, это еще прям софт-пить. Угу. Да, вот он. Ну, ну ладно, град с двумя опытами. Ты сорвалось, да? Палец сорвался.
Ну ладно, град за два омута. Ждать? В общем-то, оружка и какоми. Главное, что какоми 50 на 50, я считаю. Да, какоми это очень хорошо. А то пришлось бы еще бы там 70. Ну все, спасибо. Пожалуйста, приходи еще. Обязательно. Давай. Давай, счастливо. Так, ну пока. Пока. Так, верну тебя сюда. Оп. Так, пельмешка. Пельмешка. Как сказать, что ты тоже уже был? Или была? Оп. Так, привет. Меня привет. Привет. Да, слышно. Нормально. Так, сейчас я подрублю этот. Давай, давай. Сейчас чат там взорвется, подожди. Где? Подожди, из-за чего? Ну, ай-яй-яй. Не всегда так. Не стесняйся. Понял. Так, ща. Ща, погоди. Он еще это, крутится. Понял. Как вообще дела? Настроение? Ну, пока хорошо. Я готов уже рыдать. Потом в подушку. Насколько я видела, там многим везло на 50 на 50. Ну, в смысле, до тебя были двое, им повезло 50 на 50. То есть пока все хорошо. Я имел в виду, мне придется рыдать, потому что, ну, понимаешь, вот эта жизнь донатеров тяжелая, когда тебе не выпадает то, что ты хочешь за деньги. Видно, нет? Вот, все, теперь видно. Во, нормально. Так, супер. Погнали. У меня откручено всего 36 круток с Аяки. И, собственно, 50 на 50, я очень надеюсь, что эта рыбка мне выпадет, потому что хотела ее получить еще очень давно. Но, в принципе, на самом деле, на стандартные леги я тоже рассчитываю, кроме Дилюка, потому что Дилюк мне не очень нравится. Ну, еще бы! У меня примерно так же. Я, кстати, не знаю почему, хотя, ну, многим он... Как бы многие его хотят, но как-то да, вот не заходит ну, персонаж. Ты же знаешь, я не знаю, бывали ты на этом стриме, и когда в Твиттер я выкладывал этот классический скриншот с Дилюка Мейнером. Нет? Ой-ой. Ну, там... Не, я видела, да, конечно. Ну вот, да, да, то есть это... То есть как бы очевидно, почему Дилюк... Ну, не, опять же, не в обиду Дилюка Мейнером сейчас, и тем, кто будет это потом смотреть на Ютубе, то есть не надо обижаться. На самом деле, да, типа, никто никого не осуждает, просто... На самом деле, скажу по правде, кто это? Так, так, так. Ну давай, какой? А ну-ка. О, Байдо, нормально. Ну. Боже, господи, Аллах, Будда, я всех молю, святой Барбатрос, я его, пожалуйста. О, грац, грац. Это магия стрима, Нюк! О, боже, какой кошмар. Блин, спасибо. Вот видишь, это, наверное, клёво. Вся удача чата, я не знаю, удача стрима просто мне сегодня подсобила. Спасибо огромное, блин, желаю, чтобы всем так повезло, как и мне. Да, пожалуйста. Сохраню свою примакеки на кого-то еще. Конечно, конечно. Да, все, хорошего стрима. И тебе. Хорошо поиграть теперь за какоми. О, спасибо большое. И тебе, чтобы повезло обязательно, потому что, чтобы не было так с... Когда ось три раза выпадала. Да, это я помню, этот ужас. Да. Чтобы такого не повторялось. Ладно, хорошо. Давай, спасибо. Приходи еще. О, обязательно. Давай. Так. Ой. А, все. Так, окей. Широкай. Да, у нас сегодня прям ламповенько, уютненько, немного народу, и это прекрасно. Зато все круточки там. Ух ты. Привет. Я здесь. Привет. Привет, Ник. Привет. Чедик, привет. О, отдельный респект за аватарку. Обожаю эту. Обожаю эту Юйми в этой позе. О, она боже, классная. Нет. Я хочу 15 FPS. Извините. 15 FPS? Да ладно. Ну, нормально. Ну, хотя, ладно, не знаю. Да пусть хоть 15 FPS. Или. Нет? Че? Да, все нормально. Все нормально? Как там? Все. Ну, вроде ок. В общем, да. Воспользуюсь минуткой эфирного времени. Давай, давай. Всегда пожалуйста. Небольшой флекс. Извините, сразу заранее. Да ничего страшного, ничего страшного. Я тебя как кэтсенмейнера очень сильно уважаю. О, спасибо.
Мейнер и Кацин, они, да. Вот зацени, как я 50 на 50 выигрываю на основе, ну, давай, вот давай. Это второе, просто, вот смотри. Так. Это 5 заруиненных. Ну, и всегда кица, да? Да. Один раз только моно была. Не, ну я даже не знаю, типа это надо поздравить опять же, ну C5 все-таки, чат, достойно. Дайте удачи новому, пожалуйста. Я не хочу два бублика. Достойно все равно? Ну нет, омут. Хочу омут. Не, ну омут-то на кицу будет ок. А, ну это уже у тебя другой ак, да. Да. Но все равно. Ну и сюда за рыбкой. Давай. Соточка с копейкой. Соточка с копейкой, нормас. 50 на 50? Да, 50 на 50. Вот 50 на 50. Окей. Прям буквально, совсем. Ой, буквально последняя яка. Ну давай, 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 давай. Давай, сейчас подождем. Ну пока у нас это все выигрывают 50 на 50. И все на софт-пите. А, ну да, по четверкам все вообще без конста эти. Ну, 703, остальные вообще. Сейчас наберешь, я думаю, как раз. Ну, или драконий рык. Ну, 706 не светит, я прям чувствую, что не светит. Ну, кстати, да хотя нет, непонятно на самом деле, как он падает. Редковато мне, редковато. Ой, скидан забыл. Да, ничего страшного, не пишем. Я вообще думал, сейчас как с работы приду, как куртану. А то 4 часа ждать, когда капец. Ну, а, ну да, ну то есть на срединный баннер же он всегда такой. Долгий. Это и Райден было проще крутить, просто встал с утра, опа. Вот там, кстати, кита цепь упала. Перед Райден. Ну вот сейчас поглядим. Оружейные крутки. Оружейные крутки, обожаю. Так, по-моему, 40 уже, да, 40 уже было. Ну, ранее, может. Нет. Нет, 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 нет. Что ж такое-то? Здесь ни одного ранее не было. Да, что-то пока жадничает баннер на ранний. Прям супер жадничает. Еще рык. Зато на драконе рык не жадничает. Вот, блин. Сейчас кица упадет, я гарантирую. А на этом аке сколько кица? Ноль. А, ноль? А здесь всего 3 леги было. Сейчас накаркаешь. Кстати, это 56 я тут, типа, ну, хотелось бы. Не, ну да, ну то есть кица приятная. Ну, типа. За 5. Ну, не сбивай нам стату, Какоми! Так, это что там, 60? Ну, по идее сейчас... возможно, сейчас. А, нет, это 80. Нет, ну, 78, короче, да, да, все, короче, нужно нормально. Ну, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ой. Каждая крутка чуть тяжелее нажимать на эту кнопочку. О, господи. Так, найс. Ну, смотри сейчас. Да, блин, а где? Да я... Да что такое, да прекрати, что так... Оп! Ты реально завяжен на кицу. Я говорил! Жесть! Жесть просто. Это седьмая кица в моей жизни, господи. Кошмар. Ну, в смысле, нет, не кошмар, но... Это прекрасно. Потом у меня 4 звездочки мечей нет. Ну ладно. На каком это хватит того? Да что-то как-то, ну, может, да и собираю. Насобираешь? Ну ладно, что. Сейчас что будет, чейсит, крутим типа. Да, ну мало ли сейчас. Нет. Так, ну... Что ж такое? Не, да... ты еще... Нахранил? Ну, на FTP не хватает на лишние крутки. Ой, да черт с ним, этим блеском, господи. Да и правильно, в общем-то. А что там? Блин, 8 круток. Так, сейчас я в стандарте крутану быстренько. Тут а, ну давай, давай, да, я не против, конечно, конечно. Конечно. Вдруг сейчас еще одна китс. Кто знает. Тут нет сокола на китсу. Будет кринжово, но будет. Ну, сокол все равно неплохо, даже если оно у тебя не физ, в общем-то, почему бы и нет. Да, конечно, с каждой стандартной... на кицу я меньше верю в физкоцин.
Ну, скоро за 6-я еще. Вот Лего. О, Лего. О, лучшая девочка. Настоящий хилер. Да, настоящий. Не настоящего сегодня не видели. Сегодня все настоящие, что хилер, что электроархонт. Да, кстати, день настоящих. Ну вот когда у тебя еще первая, вообще найс. Слушай, ну прям вау. 9, да? Может, сейчас повезет на 10-ю, нет? На... Еще 10. 9 кубок по одной. Супер долго. Ну ладно. А, сейчас меч. О, роза. По-настоящему серьезные крутки. О, 10-я, кстати. Да, давай. Чего ж теперь-то? Не. Ну, ты прям выжимаешь просто. А, нет. Нет, жалко. Ну ладно. Ну ладно. Что поделать? Ничего поделать. Не расстраивайся. Зато кица с Джин. Всем в чате. Удачи. На Какоме. Ну, мне не повезло. Ну, электроархонт выпал. Отлично. 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 Ну, тебе тоже удачи. Давай, чтобы у тебя баннер рождения не заскамил, как меня баннер. Давай, давай. Ну хорошо. Зато у тебя грант сейчас. Давай, счастливо. Да, грант. Счастливо. Такс. Тарталья. А где? Так. Тарталья в Дискорде. Я не знаю, сейчас ты на стриме или нет. Нужно просто зайти в любой голосовой канал на Дискорде. И я тебя перекину. Да? Я покручу после всех. Ну, досталось не очень много народу. Так, сейчас, погодите, я знаю, куда написать. А, нет, все. Привет. Что-то я не слышу. Чего? А, вот все. Теперь слышу. Привет. Ну. Не стесняйся. Так, как стрим запустить? Тут какой-то. Окей. Тут немного круточек. Ого, 200 кубочек. Сначала ролим до Какоми, потом Марушку. Давай. Ну давай, прям. Может умножать скрыть приложение Discord. А, все хорошо, все. Розарь, это так 20 уровня. О, много уже навыбивало? Очень. Представляю. Ну, с тобой иду, нормально. Че у тебя, 50 на 50? Да. Так, ну посмотрим. Пока счет 3-1. У всех роливших. У меня 30 закручено. О, Джин. Привет, смотри, Джин. Ранее Лего и ты скипнула. Ну ладно. Ну зато Джин. Какое созвездие? Да. Видите? О, ну нормально. Нормально. Мне вообще на гачу везет. Все падают 80-й крутки. Ну, на самом деле, сейчас этот баннер какой-то очень этот... Жадный. И софт-пити все время у всех прям буквально. Ну, жалый лук. Угу. Опять. Наверное, как у меня, да, ржавых луков. Целая гора. Солить некуда. Да. Так и представляю. Да, и так с Сигной ее не ходит. Угу. Да, у тебя прям что-то одни оружки падают, жесть какая. Просто ужас. Ты где? Как мне выходить домой? Не скипни только, если Лего. О, не, нормально. Ну, это, да, одни софт-пити. Падают.
По одной до этого, до эпика? По строте? Не, сейчас. А, или ты по одной ровненько, чтобы было на софтпите? Да-да-да-да. Три круточки. Это тоже любительница шестилой. Кто это? Синцю, привет. Так. Это уже прям близко должно быть сейчас. Вот она. Летит. Ура. Моя девочка. Ну, хоть и... Гарант, но все равно заранее грац. Ну, да. Ладно. Зато еще джин. Смотри. Вот она ожидаемая в коме. Кайф. Девочка. Ура. Еще одну. Еще выйду. Бейдол везет. Нормально, две бейдолка коме. Ну что, оружечко? Оружку. В принципе, мне и ум, это всегда нужно... Да, я так чувствую у всех так. В общем-то, у меня точно так же будет и омут, и сигна. Если тут произошли маленькие неполадки... сейчас покажу. Вот. Ну нифига себе! Жесть какая! Прям совсем маленькие неполадки произошли. Жесть, просто супер зависть. О, ранняя рушка? Да, смотри, как тебе везет. Да ладно! Охренеть. Так, давайте сейчас тогда до омута докрутим, наверное. Да ты ничего, омут тебе хочешь крутить? Ничего себе! Созвездие на Кокоми не хочешь? Там первое, это хорошее. Угу. Блин, ну это вообще, это супер грац. Тогда сейчас галейки докрутим вот здесь. Да. А потом ворушку. Давай! Да чё уж там! Но сама Тракоми ранее не хочет, смотри-ка. Прям... Прям вообще... Она решила чисто по гаранту прийти, думаю. Похоже, да. Нифей. А можно такую книжку, пожалуйста? Я думаю, не хватает до C6. Синчу. Сок. Ты намек на Кокоми? И на Мову? Хорошо бы. Сейчас 50 на 50 выиграть Кокоми. У меня вроде 3 или 4 раза подряд я выигрывала. Ну, вон как предыдущий чел 8 раз подряд 50 на 50 выиграл. Дошел до моего рекорда. Уже продал. Видимо, да. Я хочу назад тоже свой рекорд. Потому что 50 на 50 выигрывать это хорошо. Ну, где там уже? Вот она вот. Тогда... Девочка. О, выпало. Грац. Все. Фух. Один. Ну все, C1, ручка. Все, что нужно. Ну. Спамит. Спамер, блин. Угу. Хватит спамить. Блин, я не успел увидеть, это баннер оружки сейчас или что там у тебя? Да-да-да, баннер оружки. Стрим. Баннер оружки все сказал тебе. Блеск вид воружку. А, 4 саю, ну все. Теперь да, понятно, да, да. Как а падает. Там тебе говорят, чтобы ты курс сменила. А, ой. Четыре сая, и все спят. Так надо, наверное, да, на омут. Да. Ну, смотри, сейчас. Сейчас выпадет. Угу. Да. По одной. Ну, по одной. Авось.
Чего? Там демка из DMC? Что? Ой, да 3 FPS пошли прям. Ой. Напоследок. Ну, правильно, крутки. Самое важное. Еще 2 круточки есть. Еще 2 круточки? Ну давай. Самые последние. Мы все равно почти ничего не видим. Ну нормально, не переживай. Аниме графика, ну да, да. Ну все, ничего не было. Ничего нет. Да ладно, Цедин Кокоми и почти с первого раза лунное сияние, это здорово. Грац, поздравляю. Я и дождалась, я к ней готовилась прям сильно. Ну все, прекрасно тогда. Главное, чтобы тебе нравилось. Спасибо за круточки. Да, спасибо, что пришла. Приходи еще. Хорошо, обязательно. Давай. Так. Так, оп. Ну что, привет, привет. 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 Сейчас. Меня слышно? Да, хорошо даже. Хорошо, потому что я беспокоилась. Нет, все в порядке. Ну. Ты маленько пропадаешь, но вроде ок. Так. О, видно? Видно, Джун Ли, найс. Да. Место. Место. Мам, покушал. Именно в этот момент. Ага. Сейчас никому не нужно было. Окей, окей. О, 150 круток. Так, что там у тебя, 50 на 50? Да, 50 на 50. Ну, давай. Удачи. Райден пришла 7 круток назад. Ага. Ну, то есть сейчас посмотрим, будет ли ранее или нет. Ну, ладно, не в этот раз. Нет. Увы. Зато Синсю тебе нападал прям. Ну, у меня C6, поэтому это просто бесплатно. Просто бесплатный, да, это всегда приятно. Вот не то, что вот это вот. Две чего-то там. Свободный звездный треск. Да, ну какой, походу, опять на софт-пите, судя по всему. Я кручу водный... Вот мой персонаж, и вот он приходит. Да, ты любительница гидрометы. Бедная. Которая... Соберите 20 сенсу и получите какой. Ну так и будет. Мона-то есть? Мона есть, но она сидит спокойно. Да. Я люблю Барбару. Недавно ЦЦИ выбила. Очень рада, что я не успела. Ну, ЦЦ тоже хорошо, на самом деле. Так-то. Так-то. Тоже, вот как у молодого человека, у меня сумма всех... А, чё всех? Сумма всех повторок равна... Как это? Кэцин. А. То есть у меня 5 выпавших и... 5 кицин, 5 не кицин. Жесть, как вам так вообще? О, так, ну давай, комичка летит. Точно? Грац. Да, поздравляю. Прилетел. Спасибо, спасибо. Ну все, здорово. Да. Даже немножко, возможно, оружие получится. Да. По-моему, 70 осталось. Ужас, как Розария налетела-то там, налетела просто. Все вместе. Все вместе. Две Розарии, одна Какоми, получится убер-компания. Так, ну давай. Теперь нужна удача на оружие. А то... И тут Синсю. И тут Синсю. Понятно, ясно, понимаю. Оружка.
Так, ну у меня по истории... Пусть, ну, да. Ну, близко. Ну, короче, это. Lips of Pity, либо... Ну, вообще, что-то ранее мало кому летели в этот раз, конечно. Хотя бы по коме прилетело. Ну, по коме хорошо, на... да. Пусть это... на 80-е, на то, что надо. Это прям хорошо. Ну, на Элька. Так, ну где-то вот сейчас уже должно быть. Давай, давай. О, поздравляю с Омутом. Надеюсь, есть на кого закинуть. Знаю, последние. Выжмешь на последние? Да, сусеки. Авось. Ну, без струны на Венти, как обычно. Да. Хотя после Казухи Венти сидит. Пасса. Да, понимаю. Ума. Казуха лучше Венти. Барбара. Да. Согласен. Ну, по крайней мере, какой он пришел. По крайней мере, да. Спасибо за пожалуйста, возможность покрасить. Пожалуйста. Приходи еще. Хорошо, поздравляю с какой-нибудь еще раз. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Так. Спасибо за донат. Делюкс, Хорозы, Коми, Розали, Норм, Билд. Думаю, да. Но вообще ты не у того стримера спрашиваешь, поэтому это были напрасно выкинутые деньги, прости. Так, ну что же, традиционно. Харс Флакс. Хоп. О, здрасте. Привет. Как ваши дела? Хорошо, как твоя пека? Моя пека в отличном состоянии. В отличном? Прекрасно. Прекрасно. Замечательно. Что, C6, R5, все дела? Ну, все по стандарту. Все по стандарту. У меня, кстати, предложение одно есть. Ну-ка, давай. Насчет рассматриваешь на то, чтобы устроить такие ставочки там с минутным КД. Не слишком ли это затянется, например? Ну, если с минутным... Ну, типа, там, выпадет, не выпадет, там, выигрывает 50 на 50, не выигрывает, будет ранее, не будет, там, оружка, не оружка, а то вот чатик такой смотрит на это, ему бы поучаствовать, может быть. Ну да, вообще, неплохая тема. Давай я замучу сейчас что-нибудь. Так, ну тогда... Ну, типа, поинты пофармить ребяткам. Ну да, 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 в принципе, неплохо. Так, ну, тогда давай, что у тебя сейчас там, 50 на 50? Сэмпай, ты решил продлить подписку? Нет, на самом деле, у меня сейчас, ну, у меня же Райден двойная выпала в прошлый раз. Ну, у тебя то есть Райден была последняя, значит 50 на 50. Конечно, да. Сейчас, подожди нет. секундочку. Так. Нет. Почему нет? А, нет, стоп. 50 на 50. У меня выпала Райден и Джин, по-моему, была. У меня же двойная Лего была. Так посмотри в истории. Right сейчас. Now. А, спасибо, Лайнбекер, за 2 месяца с нами, спасибо. То, что там Гаранд будет, это... А, нет, у тебя Джин последняя, то есть у тебя сейчас сотка. Блин. Ну, все тогда. Да, тогда, да, пока, без ставок. Потому что на раннюю Легу тяжело ставить, типа. Ну слушай, Верунов как бы никто... Так она там пока минута пройдет, ты наролишь ее, видишь? Совсем на 30 секунд как бы быстро. Тогда затянем, короче. Не, давай, короче, ты сейчас заролишь, и я сделаю ставку на 50 на 50. По-быстренькому. Хорошо. Сейчас я подготовлю. Подготовлю. Так. Так. Да. Нет. Минутную или 30-секундную? Будем делать. Да давай будем делать 30 секунд, чтобы для быстро как молния. Не затягивает настолько. Да, это да. Согласен. Да. Согласен. Тут три персонажа жир. Сразу же. Жир. Это жир. Опять сразу же жир. Почему сразу жир у тебя? Как это получается? Ну как это получается? Я не знаю, вот меня точно можешь не спрашивать, как это. Не, ну я понимаю, да. Сразу поставить, как раз время пройдет. Ну давайте, да, я сейчас сразу закину. Вот, 50 и 50 какоми. То есть, понятное дело, что сейчас выпадет точно какоми, а вот следующая Лего. После нее. Ну смотри, я тебя тоже пока скамит так-то. Вам тоже поставлю, ребятки мои. Так-то. Да, меня, да. На софт-пите прям. Реально, по-моему, всех сегодняшних ни у кого не было софт-пит, ранней леги прям. Реально. Жесть. Так, ну это какоми. Очевидно. Очевидно. Да, вот она.
Да ну как? Да прекрати! Ну что? Что такое? Ну почему у тебя две лиги десятки? Да Пакистан! Ну что это? Бля, это нечестно, это невозможно просто. Так, нет, не как он. Ржет еще там. Ужас! Ты просто, понимаешь, это... Я не знаю, это видел весь мой прошлый спич как раз вот про всю эту фигню там. Типа... Я как раз говорил, что ну как там, вот, дон, там, донатеры, все стримеры, все дела, там, и, видишь, сегодня пришло столько народу, не очень много на Какоме, и, блядь, именно тебе, как одному из самых крутых донатеров, выпадает 2 лиги 10. Просто жесть вообще. Как? Да ладно, я-то чё бедный? У фри-ту-плеев должно сердце просто разбиваться, я не знаю, как в миксер. Ой, мне плохо немножко стало. Это слишком смешно. Ну это да. Так, погоди, сейчас я поставлю снова ставку. То есть у нас следующая лего будет точно Какоми, и ставка работает на лего после Какоми. Да, все верно. Мона. Была. Да, все верно. Так, я минутную поставил, потому что сейчас крутим гора. Смеется свой тупой. Ну ладно, можно, конечно, не то чтобы токсично, но знаешь, так это... Так, язвительно сказать, что вот видите, когда кидаешь деньги в игру, да, тебе, ты по дефолту круче становишься. Но это на самом деле не совсем так. Ну слушай, да, ехидно, ехидно. После баннера все же я не устану припоминать Кли, когда я проиграл 5 из 7. Опа. Опа. Так, ну это Какоми. Это Какоми. Но она достаточно ранее. Да, да, да. 40-я, 50-я была. Где-то так. Где-то так. Да, симпатия, что это ехидно, ну, типа, блин, понятное дело, что на самом деле можно переживать за всех при этом. C6, какой-нибудь китайцы довольны. Ну, посмотрим. Кто там? Они разгоняют крит шанса. О! Да, прет прям на этот баннер. 20-е. Жесть! Жесть! 20-е? 20-е. Охренеть. Че, победа, не победа? Ну, сейчас посмотрим. Ну, да. Много вернулось. О, победа! Победа. 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 Так, ну тогда победа, и сразу же открываю next. А? Потому что next 50 на 50. Топит игру баблом? Ну и что? Есть же наоборот от этого лучше, есть дополнительные, да, да. Деньги на движение. Донатером подкручено. Ну... Ооо, ну ты такой персонажа. Жир пропустил, ну ты что? Там было 4 персонажа. 4 эпика было. Ну, предвижу уже комментарии, как же ему насрать. Правильно, потому что все четырёхзвёздочные у меня. Да, да, same. Точно так же. Но это софт уже пошел. Да, вот где-то сейчас уже будет софт, точно. Так. Да ну где же? Где же? Давай. Да вот он летит, вот он летит. Вот. Нет, да как нет? Уж совсем дальняя какая-то пошла. 80 какая-то, судя по всему. Уж сильно далеко. Вот она. Ну-ка. Так, ну что же, 50 на 50? Нет, Азария, понятно. Ну, а нет, Дилюк, проиграл. Проиграли. Проиграли. Так, ну вот сейчас у нас получается будет... Ну сейчас получается следующая Какоми. Так, она у тебя уже где-то C3, по-моему. Да, C3. Ну, короче, да, нет, следующая C2. Какоми еще на один раз можно поставить точно. C2. Так, тоже открою сразу же. Угу. Пусть думают. Угу. С такими-то крутками. Да, с такими-то крутками, да. Ну ты прям вообще чего стал быстро? Оп, ранее 30-е вроде. Ранее 30-е, да нормально прет-то на ранние. Ну... Так, ну это Какоми. Очевидно. Так. Так.
Надеялся, да, на вторую Легу сейчас? Признавайся. Да-да-да, немножко, да, это было бы очень... Ёкнуло. Ёкнуло. Получается, у нас будет 50 на 50 сейчас. Ну, сейчас 50 на 50, да. В чате просто чуть помедленнее, пожалуйста, укачивает. Ну слушай, там впереди еще оружейные, так что... Там супер веселый уже. А у тебя же поди и омута нет R5, да? Откуда же он? Ты, по-моему, как раз тогда еще это, у тебя перерыв был в игре. Да, перерыв был. А он был как раз когда Сяо. О, так, ну что тут у нас? Ну-ка. Проиграл. О, проиграл. Ну что-то, слушай, ты часто проигрываешь в этот баннер-то, прям часто. У меня было 27% на то, что я выиграю 50... О, на то, что я проиграю 50 на 50. 27%. Нет, это не эмулятор, чуваки. Это не эмулятор. Так, ну тогда я что-то сейчас запутался. Пятая? Сейчас 100% гарант будет. И, по-моему, она шестая, нет? Нет, она пятая. Она пятая? Тогда можно еще одну поставить. Окей. Ну, как-то... Ну, все равно, блин, ну нет, ладно, в твоем случае баннер не жадничает, короче. Не знаю, две или десятки, две или три ранних, прям, хорошо. Ты гений, Юнкук? Хорошо. Я благодарю тебя не потому, что ты задонил. 100%. Привет. А если я наролил райден, но профукал копью? Не успел покрутить. Когда снова баннер будет примерно тут же. И настолько хуже ей второе копье. Неизвестно, когда будет баннер, к сожалению. Спасибо за донат, но... Так, ну это сотка. А насколько хуже, это уж как тебе виднее. Давай это перепроверим, чтобы наверняка... точно ли? Или мы... наебываю я. Нет, 4. Раз, два, три. Подожди, так что, это C5, что ли, только? Ой, C4? О, так еще 2 надо. Нормально. Тогда прям ок. Ну все, пошло в пити. Не, ну слушай, это 40-я получается. Ну да. Ну баннер тебя покормил прилично. И такой, ну это, завязывайся. А вот теперь уже пошло уже к софтпиту. Ну да, сейчас-то точно. И вот следующий? Ну, прям дальнее. Слушай, такое ощущение, что с 80-й начинает падать. Где-то так. Там так, 75 плюс. Угу. Не, 75 плюс, это понятно. Что, много верунов у тебя там? А я уже это... Ну, 70 на 30. 30% что не выиграешь. 50 на 50. И 70% что выиграешь. Ну-ка сейчас посмотрим. Посмотрим. Да где же, ну? А, выиграл. Победа. Грац, грац. Победа. Так, ну это C5, значит еще на одну можно поставить. Да, еще на одну можно поставить. Там 3 было. Там чате пишет, скоро на кэшбэк скруток, как сможешь Михаил купить. Пишет, что долго по 10 крутить. Да, когда уже там будет кнопка крутануть сотку. Нет, точнее, крутануть до леги. Такая кнопка нужна. Типа, лего, так тык на нее. И у тебя снимается каждый раз рандомное количество примагемов, которое было бы до леги. То есть... Зачем еще одно, если ластовое же осталось? Потому что это ластовое тоже 50 на 50 будет. Поэтому еще один раз.
И где-то сейчас уже должен быть софтпит. Да, снова софтпит. Вот он. Вот он. Так, ну и что у нас тут? Что же? 50 на 50. Три холодных лезвия. У меня теперь 55 на 45. 55 на 45. У меня... 66 на 34 у меня. Вот. Оп! Победа. Победа. Победа, ребята. Победа. Получается. C6. Так. Теперь здесь. Так. Ну, здесь, я думаю, я просто, короче, сделаю оружка. И, типа, допустим, я поставлю сейчас... где там? Омут. Омут или сияние. И если вдруг выпадет не она, то просто ставка перенесется на следующее, и все. Без проблем вообще. А ты можешь даже не ставить, наверное, чтобы не париться. Потому что тебе какая разница? Тебе же и омут, и сияние нужен. Угу. Сияние. Ну да, если не срабатывает, то на следующий переносится. Да, да, если сейчас выпадет, 25% прокнет на другую оружку, то просто на следующий вообще не будем париться. Да, омут тоже нужен R5. Of course. У меня что было? Давно ли у меня было там? Да, меч стоковый, не кованый. Помню. Как сейчас? Роб, я, возможно, не вспомнил твой никнейм, поэтому сори. Там было 4 оружия. 4-звездочных. Ну, блин, опять тебе повезло вообще. 6. Я даже сейчас, я просто в чат посмотрел и не успел увидеть. А ты опять быстро скинул. Вот 3 оружия. 3. Да-да-да. 2. Ну, че, прям сыпет вообще, просто жесть. Ну. Так, ну что же это у нас тут? Что же это у нас тут? Кто размочит это все? Коршун. Сначала подумал на ось. Так, ну ладно, ставочка переходит дальше тогда. Потому что теперь это точно либо омут, либо сияние. Пишут, отдай. Блин, ну коршун-то да, неплохо насял-то. Вот сюда. О, фишель. Вау, еще плюс кэшбэк. Кэшбэк. Да, какой мы уже C6. Что пропустил? У Хакса, ну, Хакс, Флакс на Твиче. Кто-нибудь киньте ссылку в чатик. Я после всех. Ну, спасибо. Так, ну что же. Ну что же, что же, что же, что же, что же? С такой нет. 25. Нет, ну, выпался же сияние. Сияние. Нормально. Я 63 на сияние было. О, блин, я уже не успел посмотреть, сколько. Так, а у тебя там путь дальше дошел? Да, 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 путь на меч я поставил. А, у тебя путь на меч? Ну окей. Ну я тогда все равно заряжу ставку на следующую после меча. Ну да, что чтобы была. Заряжаться. Да. Опять пойдет стенд первого уровня с 7 с серыми артами с 6-5 сигны. Ну да. У меня было 51-49. Ага, спасибо. Как спрашивает, за сколько уид купил? Мне очень повезло с уидом. Это, ну, типа, я зарегался, и это, грубо говоря, первый... То есть я не крутил, я просто начал играть, даже не обращал внимания на какой у меня UI, там, насколько он там... Я просто его даже в какой-то, ну, типа, до какого-то момента я его даже не замечал. Потому что, ну, блин... Ну, его, кстати, да, изначально его не сразу бывает замечаешь, ну, то есть, типа... Типа, цифры, ну, круто, круто, зачем, непонятно.
Ну да, да, да. Так, и пока мне не сказали, ебать, у тебя юит кошерный, я такой, в смысле? Такие, ну такой, я такой, слушай, а действительно кошерный? А, да, это умут, гарантированно. Я такой, блин, да ведь действительно, а ведь я ведь даже не старался ради него никаким образом. А вот так всегда, когда не это, когда не хочешь, ничего такого, тебе попадается. Я начал играть на аккаунте, типа, это мой первый аккаунт, и оп. Да, и нормально. И видик. Типа... Да, чего, норм. Прям тебе фиши сыпет в этом баннере. Вот ранних лег-то тебе ворушки не дают. И двойник лег тоже ворушки там не особо сыпет. Тоже очень давно не видел. Наверное, последний раз две леги я видел в баннере деда. Когда дед был. Там мне подали. Ну шо? Так, ну шо? Шо там? Шо? У меня 44-56 на сияние, и вот и оно. Вот и оно. Сияние. Так, значит, следующее еще тоже можно заюзать. Легчайшая мора, чат, ну, видите как. Найс. А при чем тут легчайшая мора, а не о чем? Да, в смысле, у меня балл канала мора. А-а-а. Понял. Где работать, чтобы столько донатить? Ну... Сборником работаю. Михая. У них высыпаются там, когда они грузовики возят. Я собираю. Грузовики с деньгами. Как у этого. Чичваркина. Про него что все легенды ходили? Грузовики из России. С баблом. Выгонял. Надо будет обновить. Ну да, пора бы. О, так. Ну это софт, тут не о. Ну, все равно. Должен быть. Мечик. Омуть. Нормально. Ну, у меня было 50-50. У меня там 53-47 было. А, про Мавроди это было, не про Чичваркина. Ну, суть. Та же. А, слушай, подожди. А, ну да, он уже скинул мне. Да, я думаю, что он у меня обновился так. Вот это вот. Нормально. Получается, прогноз надо открыть. Так, ну получается, сейчас будет... А, он же скинул, потому что вы, по-моему... Он скинул, да. Сейчас я поеду дальше. Бахать. Ну, Тимур, ну, будут крутки, ты просто оставляешь у Нюка в Дискорде заявку, и, соответственно, на стриме можно будет... Да, на какой было мало все равно, так что... Ну, я сейчас повысил маленько планочку, типа, 100 круток, 15 человек. Ну, мне что-то написали, да, типа... Ну, я потому что в прошлый раз прям реально, то есть вот 3 часа круток смотреть, вот час-полтора... Нормально, ну 3 часа круток, я уже сам заебываюсь, я охуеваю. Ну там Райден там просто прям... народу просто. Да. То есть ты просто морально выматываешься. Поэтому я подумал, блин, ну ладно, пусть лучше будет побольше круток, зато будет поинтереснее там всем и так далее. Лучше уж пусть так. Вот. Еще более... и я такой. Тем более, еще Брайс есть ты, такой. Есть Василий. Просто он. Василий не хочет какой-нибудь крутить. У меня Дискорд сломался, поэтому... у меня Дискорд починился. Я... Ну да, да. Оп. Омут. 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 Ну, вот у меня 36-64 было. Ну не, у меня снова 50. Так, с футболиста круток, я к Нюку приду крутить. Да, приходи. Откуда столько валюты, в смысле, как откуда? Я же буквально недавно сказал. Дворником у нихуя работаю. Попадают они там. Собираю. Как с кэшбэком. Излишки, так скажем. В 6 какой-нибудь, да?
На Хутао даже сотка челов очень много будет. Ну все, все, очень много. Да, пончики я увидел, но я сейчас не могу посмотреть, ты же видишь. Это этих баннеров еще бы дождаться. А, ты Василий себе для коллекции C1 накрутил. О, видишь ты какой. Ну сейчас, по идее, софтпит уже будет. Да. Ну, оружейный, что такое-то, да. Оружейный мразь. Да, прям жадный. Жадный. О. Так, ну и что же это? Это Наэль. Это Фавония. Фавония, ну где он там? Оп. Это Сияние. Сияние. Блин, я что-то уже сбился. 3,3, по-моему, должно быть. О, по-моему, да. 72/28 у меня было. Да, у меня тоже было близко к Сиянию. Че? А, нет, Валенс, сейчас не гляну. Посмотрим. Чтобы удостовериться, что у нас. Ну, Хакса почти все, по-моему, четверки. Раз, C6. Два, три, раз, два, три. А, раз, два, три, раз, два, четыре, раз, два, три. Не-не-не-не-не. А, это как это, блин. Глаз замылился уже. Ясно. У меня четверки, все шестерки. Окей. Окей. Так, ладно. У меня еще по две. Да, осталось по две. Что с Азбукой? Ну, наконец-то ранее. Кое-то веки, ну надо наконец-то. Же. Наконец-то, седьмое господи, оружие уже просто. Выпало. Оп, омут. Мечик. Вот ты омут. Кто успел, чат, тот успел. Да, кто успел, тот успел. Снов не ждем. Да? Так, у тебя же... О, Чунью, у тебя же путь был на омут, да? Да, да, о, путь был на омут. То есть можно поставить next. Да, можно поставить, окей. Да, нет, был четвертый омут, все нормально. Сейчас как раз к пятому омуту еще два каталиста и... Ух, план выполнен. Да, и прям тетелька в тетельку, так сказать. Да, да, да. Сейчас было бы идеально, если бы два каталиста и как раз омут по гаранту. Самый раз. Самый раз. Да, но снова банах. Я дал одну легу и такой, все, хватит тебе. Давай-ка. Попите. Ну, слово. Да, Карина. Так, ну что, сияние? Давай, да, я думаю, что сияние, давай. Оп. Увы и ах. Увы и ах. Ну теперь нам надо это на катализатор ставить. Тогда уж путь. Да. Да. Теперь-то что? Так, но. Но все еще можно поставить ставочки на омут или сияние. Ага. В этом просто на 10 круток меньше нужно делать для софтпита, поэтому многие не успевают. Жесть, какая экономия, конечно. Think about it. Ну да. Так и есть. Самый жадный оружейник, по-моему, из всех. Просто ужас. По-моему, да. Да, прям да, было реально. Еще не было реально, настолько просто плохих. Реально вообще. Ну я сейчас пайман могу открыть, да посмотреть, что, вот, что там будет по последним оружейникам. Ну. Ясно. Так, ясно. Он решил тебя оставить без каталиста, судя по всему. Ясно. Ясно, да. Миллион омутов, это, конечно, здорово. Хакс. Давай, смотри, готов к вопросу. Юзаешь промокоды? Да. Ведь это же 20 примагемов. Не-не-не-не, это лишние книжки опыта. Ну да, действительно. Нас-то с этим сложно поспорить.
Ну просто, ну вот, по-твоему, где бы я взял вот такое завораживающее количество книжек? 2400. И 87, ну да. Только с промокода. Опа. Опа. Да ладно, неужели? Ну неужели омут? Сейчас он такой, два сияния омут, два сияния омут. Я такой, спасибо, дверь, пять. Жесть, он тебе омута наваливает, конечно. Ну, да, я думаю, сейчас мы к двум R5 омутам, короче, идем. Ну-ка давай, Хакс, еще микротоксичная минутка. Доволен подарками на годовщину? Из чата вопрос. Слушай, на самом деле не очень. Я думал, будет что-то более такое эпичное, а по факту они даже ничего и не сделали. Единственное, что они сделали в годовщине, это выкатили новые обновления. То есть, но это само собой разумеется. Ну это да, само собой. Я благодарю тебя не потому, что ты задонил. Такую награду своим игрокам. Прошу, перестаньте считать чужие деньги и осуждать их трату. Читаю сообщение и аж коробит. Спасибо за донат. Да ничего страшного. О, ну-ка. А, ну это же грант. Ну это грант был. Да. Теперь можно открывать. Можно открывать. Даже киты недовольны, да? Все. Да Хакс и не ноет особенно. В общем-то... Ну, типа, мне по барабану, но, типа, если бы они сделали более что-то эпичное, то, мне кажется, бы комьюнити к ним прям очень сильно бы с теплотой отнеслось, а не с таким холодом. Ну типа, да, тут в этом плане, типа, это очень странно на самом деле. Они зафигачили очень интересную акцию, то есть вот этим вот спайманом на Twitch. Но это спайман на Twitch, это было до... Ну, нет, ну слушай, они это приурочили к годовщине, потому что нет. Количество... А, да, нужных... там же количество лайков, да. Да, это да, как да, бы да, намекало да, о том, да, что да, это да. Все же годовщина. Там же цифра годовщины была, да. Вот. Не, ну, видишь, они с одной стороны, короче, там просто дохуища конкурсов, но с другой стороны, это же просто конкурсы, как бы. Конечно. Ну, то есть, типа, и ты такой... Ну, опять же, зато с другой стороны... У них в том же Ханкае в первый год были в соу-соу такие же награды китайские. Ну, слушай, Ханкай и Геншин на старте максимально различаются по количеству своего народу. Это знаешь, еще я читал, что есть... Это, в смысле, не то, что теория, а что гача-игры, они так развиваются, потому что в начале у гача-игр всегда идет пик популярности. Бля, блядь. Жесть какая. Там у тебя еще одна это? Да, 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 еще одна. Давай еще одну. Так вот, короче, идет какой-то пик популярности, да? И, естественно, в этом пике популярности вообще без... Ну, как бы с точки зрения... Нахуя как бы кормить? С точки зрения бизнеса, скажем так, людей, да? Нафига? Дополнительная реклама. Опа! О! Па-па-па! Блин, 12 Подождем? Секунд. Ну, у меня 10 Подождем? Секунд осталось. Можно подождать. Ты 30 секунд ставил, что ли? Да. Я просто по минуте для ставил. Для это молниеносных. Пик популярности. Продолжай. Ну вот, да, типа пик популярности. И, естественно, можно как бы давать больше, можно меньше. Зависит, видимо, от конторы, типа. Но потом все равно рано или поздно в игру прекратится такой огромный поток новых людей. Он все равно иссякнет рано или поздно, ну. Ну, типа, не может ну, такого быть. На пике популярности чтобы... лучше сделать все максимальное, чтобы привлечь максимальное количество народу. То есть, даже если придется вложить побольше, это все равно увеличит ту высоту, с которой ну, да. Ты будешь плавно стекать. Да-да-да, но видишь... От но, того, видишь... что ты сделаешь, будет более лояльнее отношение, и это вот стечение будет протекать более плавно, нежели чем а ты тут хер знает, на самом деле, тут очень странно, потому что вот смотри, например, мы тут уже как-то обсуждали в чате, допустим, вот сейчас же модно дизлайкать ролики на Ютубе, да, например? Вот, между прочим, Геншина ни одного ролика не задизлайкано, допустим. Наконец-то. Наконец-то. Вот, наконец-то. И это как бы показатель...
наверное. Либо просто комьюнити Геншина не дизлайкает ролики. Ну вон, опять же, вот, вот же какой-то опять недавно ролик задизлайкали. Буквально что-то вот из игровой индустрии выходило. Что-то вот, вот буквально, буквально вот неделю назад, что ли. Что-то такое. Его там опять задизлайкали. И, короче, все такие... 3, 4, 5. Короче, суть та же. 5, 6, 7. Или GTA 5, да, там что-то, короче, такое. GTA 5 на PS5, GTA 5, что ли? Ну, просто с GTA 5 там все понятно. Ну, там заебали, это, да. Они просто заебали. Игре 10 лет, оно ну, уже третье поколение. Да, все да. Ждут хотя бы ну, видишь, чего-нибудь. Я к тому, а что это такие, типа вот. Мы выкатываем игру на PS5. Ну видишь, а у Геншина как-то получается по-другому, то есть получается, что вроде как люди говорят, бля, там все кричат, и при этом Райден зарабатывает 150 миллионов, и ты такой, а как же там все кричали, и хуль тогда все ролили ее, ну то есть не, да, не стыковочки какие-то. Поэтому я говорю, у меня есть теория от того, что комьюнити, это конечно, комьюнити это здорово, но получается то, что на самом-то деле все-таки кричат-то не все, как показывают продажи. И не дизлайкают. Ладно, окей, кто не верит продаже, ладно, хорошо. Но, блин, ролики на Ютубе не дизлайкают. То есть, кто кричит? Комментаторы в ВК, ну, блядь, их там даже не сотка тысяч, наверное, наберется. Камон, откуда бы там? Ну, и все же, Михаил, китайская компания. Тут у них другие, тут тоже могут непонятно. Быть, интересы. И поэтому сложно. Ну, короче, да, это, это вот супер сложно. Могут на свою... аудиторию китайскую работать, а в той китайской там вообще совершенно другие активы могут быть. То есть там вообще на том же... на каком они там... Били-били? Ну да, вот на Били-били, то есть тоже посмотреть, что у них там по роликам. Там же по-любому тоже есть какая-то такая статистика лайки-дизлайки. А там хрен знает, не очень. Соответственно, там больше... Ну, типа, многие же кричат, что, типа, даже, ну, в Китае, что Райден плохая, там, Созвездие, там, это вот все. Ну, вот, хрен знает, просто, типа, слушать. По Райден это вообще бесполезно, потому что эти же, те же Sensor Tower, они вот выкатили вот эти свои про 150 каждый миллионов за неделю, и такого у них еще не было. Крепче. И вот прям реально... Спасибо, Фанни Шторм, за 4 месяца. И то есть, прям реально, такого я такого даже я не ожидал. Ну, то есть, типа, это предполагалось, конечно, что там Райден, ну, заработает, окей. Ну, блин, ну там прям реально слишком много. Там они заработали 150 миллионов за неделю, а на релизе они заработали их за месяц. Это супер большая разница. Ну, то есть, прям супер большая. Это значит, что куча народу накидала бабла на Райден. С мобилок только считай. То есть, мы с тобой, например, не считаемся там. Потому что мы донатили через спеку. Вот. Ну, слушай, я условно. По поводу Райден, у меня вообще двойственно. А когда первоначально я ее видел, я вообще не думал, что она у меня будет как-то играться в пачке, потому что я ее немножко сначала не понял. Вот все а так. А потом мне раскрыли на нее глаза, и я такой, ебать охуеть, да. А что так можно было? Ну да, ну вот, и вот при этом, например, то есть, допустим, в Твиттере тоже, например, смотришь, там куча же девочек вот этих все крутят, и при этом Райден С2 накрутили, то есть люди надонатили реально на Райден именно на С2. То есть понятное дело, что это был байт от Михаё, чтобы все донатили на С2, но ведь типа можно было, то есть не донатить, например. Но раз куча народу надонатила, значит им нужна была Райден, и как бы... Слушай, ну, может Кричит, быть, они думали, что произойдет ситуация, например, как с тем же дедом, который в первом баннере вышел таким себе. Ну да, 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 потом они убафнули. И на втором баннере он как пушка прямо. И ну да, но на самом деле по заработку-то там было, кстати, соу-соу то же самое у него. Да. Плюс-минус. Да. Ну то есть, и, короче, как бы, то есть его и накрутили, и непонятно. Ну, в общем, это все, я говорю, это все супер странно, потому что вот то, что происходит с Геншином, это вообще не укладывается у меня вот, то есть до этого вот следил за игровой индустрией, да, и это не укладывается вот в то, как сказать, в этот бухтеж, который происходит вот в основном, потому что когда ты видишь реальный бухтеж, там вот эти все дизлайки на Ютубе, там, какие-нибудь, срач в комментах, помнишь, когда Sony там отключали комменты на Last of Us 2? Вот, ну то есть, там... Да, там какие-то... Набежали английские комментаторы. Да, 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 там эти... Когда там срачи в Твиттере, когда там чуть ли не закрывали свои Твиттеры, там, еще всякой хуйни вот это происходит. С Геншином по-хорошему-то ничего не происходит вообще, нет никаких таких новостей, нет там чего-то такого, то есть даже все новости даже от тех же китайцев, вот которые у нас в мир выходят, там они, знаешь, остаются на уровне, ой, китайцы там вот бунтуют на Райден, а чё, как они бунтуют,
Что именно они делают? Ой, там возвращают деньги? Ну, это, блядь, брехня, камон. Я в жизни не поверю, что можно вернуть денег, там, я не знаю, даже на миллион баксов. Ну серьезно. То есть, даже условно, там, если 1000 человек вернет один раз по сотке баксов, банки все равно начнут такие, так, что за хуйня? Ну, ты ж понимаешь. Вот, ну, то есть, блядь. Это... Блин, банкам это вообще по барабану, потому что, ну, типа, ну, заморожены они средства, они заморожены. Ну, да, да. То есть, это... Своя вообще система. Там, то, да, там все равно другая система, и все равно, ну, типа, все равно вопрос к откату бабла они всегда будут. У любой игры в бюджет заложен вот этот вот money back. Да, да, вложен, да. Который чтобы через не это... проебаться. Ну, вот. И, соответственно, ну, они спокойно могли предположить, что могла быть такая реакция у Кайнью. Ну, то есть, да, но как бы, но я так говорю, да, про то, что слишком много вот такого прям вот такого вот не происходит. То есть просто все говорят, вот там бухтят, и все. Но это просто я считаю, что это просто показывает, что это все равно это слишком маленькое количество людей, а в большинстве случаев люди просто играют в игру, и когда, если им надо, кидают деньги, и все. И получается так, потому что прям какого-то глобального, не знаю, не было такого там, да я даже не знаю, какой еще можно пример привести? Камон. А, ну ладно, единственное, что я сейчас вспомню, это вот когда в Твиттере напали на этих... американских актеров озвучки за презентацию. Ну и то прям так. Ну, здесь я ничего не скажу, я не знаю. Тут. Да, но там как бы и то тоже было как бы не особо, я бы сказал. И это по факту не имеет сильно отношения к игре, потому что просто были недовольны презентацией, короче. В общем, все это странно. Геншин странный в этом плане, очень сложно судить. Поэтому, когда все... Тем не менее, он держится год, несмотря на то, что это пиздец, как держится. Гача с сюжетом, в которую ты играешь в большинстве случаев один. Да, и да. Никто не понимает, как это работает. И при этом через год он побил опять все рекорды. То есть, по факту, прошел год, и с баннером Райден у них сейчас это самый успешный месяц будет, сентябрь. Опять. То есть, у них вот прошлый, считай, был успешный, потому что релиз. А этот сейчас еще успешнее. Спустя год. Вообще охренеть. Пора заканчивать. Пора заканчивать, да, что мы распизделись. Пойду тоже крутить. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пришел, конечно же, давай. Давай, приходи еще. До следующего раза. Всем удачи в фарме артефактов. Всем до следующего раза. Я надеюсь, что будут новые персонажи все же, а не начнутся рерана. Да, конечно, хотелось бы. Там, не буду называть что, чего, кого, потому что может михуё это расценить как сливы, поэтому... Завалим. Все, всем спасибо. Всем хорошего вечера. Пока. Давай, пока.